Минувшую рабочую неделю глава администрации Олег Черевко завершил рабочим визитом в Управление имущественных отношений и землепользования. Кроме текущих вопросов, глава выполнил приятную миссию – вручил благодарственное письмо губернатора одной из сотрудниц управления. Управление было создано по инициативе главы администрации города почти полтора года назад и вполне справляется с поставленными задачами. Это отметил Олег Черевко, прежде чем вручить благодарственное письмо губернатора. Все получается очень хорошо и здорово. И, честно говоря, я даже сам не рассчитывал, что за такой короткий промежуток времени вам удастся так хорошо, смело и уверенно шагнуть вперед. И, в принципе, результаты, которые мы сегодня имеем возможность наблюдать, ну, честно говоря, по-хорошему впечатляет. А благодарственное письмо губернатора было вручено Наталье Цирковой за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и достижение значительных результатов в профилактике правонарушений. За понимание, за поддержку. Без нее работать очень сложно и невозможно. Всем огромное спасибо, но и особенное спасибо это моему коллективу, моему отделу, сотрудникам моего отдела, которые меня всегда поддерживают, и вам тоже. В целом глава администрации Олег Черевко удовлетворен работой управления. Вот тот прогноз, который мы строили на ближайшее время, я имею в виду по состоянию на 1 июля 2012 года, полностью оправдался. И с уверенностью могу сказать, что в принципе мы достигли тех показателей, которые хотели. Результаты работы, они налицо. Мы в принципе понимаем тот порог, который мы ставили в начале пути, и сегодняшняя планка, которая достигнута, те показатели в работе, они вселяют уверенность в то, что мы действительно добьемся конечной нашей цели, это максимальной доходной части нашего бюджета, что позволит в той или иной степени улучшить благосостояние граждан в целом. Андрей Симоненко, Максим Мячин, программа «Время местное».